пошли подписывать грамоты. Значит, смотрите, что у нас, какие бонусы. Значит, победители, те, кто стал победителем, у вас есть возможность переживания. Ну, ваша радость само собой, но только не здесь и не сейчас. Вы имеете право судить первое отделение следующего такого турнира. Участвовать победители не имеют права. Но это все не просто же так. Вот. Поэтому, да, победителям прошу оставить координаты Марии Макаровны. Да, собственно, перед следующим турниром вам сообщат, если захотите, вы участники. Участникам, те, которые не судят, да, можно со второго года, то есть первые вот эти полчаса отбора вы можете не участвовать. Сразу в финал уже, может быть, есть два раза в финале, мы видим такой бонус, сразу на третий тур. Что, уже готово, да? А теперь же просто интересно. Уважаемые зрители, давайте сделаем так, просто поаплодируйте, мне надо знать ваше мнение. Совпадает мнение судей с мнением зрителей. Итак, попрошу номер 149, пожалуйста. Спасибо. Попрошу номер 130. Попрошу номер 133. Хорошо. Партнер номер 96. Партнер номер 95. Партнер номер 75. Партнер номер 73. А теперь мнение судей. По мнению судей и судей, коллеги, первое место занимает партнерша номер 130, просто 130.
понять, о чем вы это расскажете. Я такого объяснения, такого доходчивого, практически, ну, вы можете спросить у партнёрш, человека реально любил. Присоединяйтесь все к Корчику Фото. Фото сразу, пожалуйста, сделайте эту фотографию. И на лицах они все молодцы. Общая фотография. Что? Так, давайте сделаем общую фотографию участников финала. Ребят, и на лицах. Мы благодарим судей, участников турнира, зрителей, которые пришли посмотреть на это событие, и большое спасибо за музыкальную подборку. Ребята, вы все.